Определился победитель муниципального этапа шахматного турнира «Белая ладья». За право представлять Щелково в регионе боролись команды Семишко городского округа. Международный шахматный турнир, который был основан в 1969 году, ежегодно собирает за шахматными досками школьников, увлеченных этим поистине интеллектуальным видом спорта по всей России. А в финале «Белой ладьи» принимают участие и другие страны. Соревнования делятся на несколько этапов. Вначале проходит школьный, где все ребята, кто любит играть в шахматы, соревнуются между собой. А лучшие игроки в итоге идут представлять свое образовательное учреждение на муниципальном этапе. Сегодня у нас был муниципальный этап. Сильнейшие игроки своих школ представляли и защищали честь своих школ. И, соответственно, победители сегодняшнего финала нашего, 6-я гимназия, они уже поедут защищать честь города на региональные соревнования среди других городов. И победители региональных соревнований встретятся на всероссийском этапе в Сочи летом.